Сейчас мы приехали в Докучаевск. Мы приехали к маме, которая проживает с двумя детками одна. Сейчас присутствует вот здесь малышка. Как тебя зовут? Дарина. Дарина, да? Сегодня мы приехали и привезли вам продукты. Вот здесь наш продуктовый набор. Спасибо большое. Мы знаем, что у вас проблемы со здоровьем. А скажите, да, какие? У меня сердце оперировано. Да? Митральный клапан и дырочка была на межпредсердии. Вот ее прооперировали. Еще давно, в 96-м году. Но до сих пор оно осталось, но не меняется. Ни к лучшему, ни к худшему. Так. Ну, то есть все равно сердце болит у вас, да? Да, препараты получаем здесь в поликлинике. Ну, там чудо, вот, аспирин кардио, да, от давления больше ж ничего. А, специальные препараты для... Конечно, надо. Нужны препараты. Как они называются? Ну, я говорю, пью всегда рибоксин, я колю себе антибиотик, чтобы не было ревматизма на сердце. Это каждые полгода надо покупать антибиотик. Или бицилин, или ничего не будет, что есть. Понятно. К сожалению, женщина живет одна, муж поехал в Россию на заработки в начале войны. И больше не вернулся. Ну, такие у нас бывают в Донецке и вот... В частности, сейчас Докучаевск. Докучаевские мужчины. Одни грудью защищают детей и стариков, а другие просто от трудностей убегают. Сегодня мы приехали, привезли вам помощь благодаря одной женщине из России, Елене Бобиной. Она очень переживает за жителей Донбасса, всегда помогает им. Спасибо, Леночка, тебе спасибо за твою помощь. Большое. И низкий вам поклон. И вам низкий поклон, это вам очень большое спасибо, низкий поклон вам, что не оставляете.